В Ханты-Мансийске праздник Победы открылся парадом. Отмечу, что впервые за 2 года мероприятие прошло офлайн. Тысячи югорчан пришли посмотреть на традиционный марш. В этом году в стройные колонны встали все силовые ведомства Югры. Полиция, Росгвардия, МЧС, спецподразделения. К ним присоединились юнармейцы и кадеты. Командовал парадом генерал-майор МВД России по Югре Дамир Садретдинов. Затем по главной улице Ханты-Мансийска проехала раритетная техника времен войны. Знаменитая «Катюша» и легковые автомобили «Победа». Главными зрителями торжественного шествия стали ветераны Великой Отечественной войны. Мир его увидел после победы над Германией в 1945 году. Машина стала настоящим символом Красной Армии в Великой Отечественной войне.